И всем привет, с вами Блюкэт. И сегодня мы будем проходить бэкдор и узнаем, что там изменилось. Создаем лифт на бэкдор, но хотя зачем создавать, когда я просто могу чуть пройтись и самому, и просто вот так за пару шагов просто так попасть в сам этот бэкдор. Сейчас тут никого уже нет. Потому что все в основном играют там в Trick or Treat. Типа я зашел. И кто-то даже сам мной пошел. Азар. Ой, раунд. Это интересно. Этот режим, тебе напоминаю, сделали в The Hunt. Вдвоем легче искать. Таймер этим, или как они, рубильники. Вдвоем легче искать рубильники. И, может быть, даже получится дойти до конца. К тому же здесь 0. Здесь всего лишь 50 дверей. Ну не как в других там, например, дворцах, где их по 100. Так как нет, например, дворца, где всего 50 дверей, кроме этого. Ой, бля. Чувствую я, что мне сейчас придется нелегко. Кстати, ну это Блиц. Меня убил Блиц. Белолиц. Ну ладно. Сейчас я сразу создам уже. Погодите-ка. Я сейчас создам лифт на 3 человек в бэкдор. Может, кто-то пойдет со мной. Оп, вот челик. Опа. У него helping hand. Not 5 stars. Не 5 звезд. И помогаю руке. Это что-то. И у меня Sugar Crush. Sugar Crush. Sugar Crush Crush. Жесть. Roblox, автоматикали. Translate. Суппор. Что-то у нас тут получилось. Все, нам дверку закрыли. В итоге все. Нам закрыли эту дверку. И кстати, зато я нашел жижу какую-то. Ладно, я помню, что это на самом деле. Я на самом деле помню, что это. И здесь довольно-таки трудно лутаться в этой игре. Все даже на это. Это комната с монстром в вакууме. Это тоже. Так, не тоже это. Ой, бля. Надо было оставаться за стеной. И в итоге у меня был Блиц. Белолиц. Почему я его так называю? Ну, конечно, бэкдор проходить очень трудно. Мне пройти дверь. Кто поможет мне пройти дверь? Как-то это странно звучит. 3 человека, опять же. Создаю лифт на 3 человек в бэкдор. Ну что, никто не хочет? Нахас элеватор.
Ой, ну ладно, поехали в Бэкдорку. И ко мне пришли щенки с Бейджем. Добро пожаловать, что очень плохо. Чувствую я, что будет весело в кавычках. То, что в кавычках будет весело. Но почему-то мне кажется, то, что наоборот. Будет полный будет полный пи***ц. Ну, тут я ничего не нашел. И видно, не найду больше нигде. Я особо ничего сейчас. Ну, понятно, все лутают без меня. Help, please, help, guys. Понятно. Это неправильная дверь. Понятно. Опять дверь с вакуумом. Все, бай-бай, гайз. Ладно. Этот пацанчик-то жив остался. Ох, да, бежит. Ах, Лукмен, как нас зовут. Дверцы. Понятно. Опять бесхозная дверь. Тогда погнали вниз. Это пустая опять же. Не лутовая. Это дверцы не лутовая. Тут лута нет. Что тут? Понятно. Здесь тоже, грубо говоря, ничего нет. Ну вот чувствую я, что сейчас пойдет блиц. Да. Да, я вот так и знал, что сейчас пойдет блиц. И у меня такое предчувствие, что челик погиб. У меня прям такое предчувствие, что челик погиб. То, что он, как говорят, уже не живет. Ух, жив чубричек. Гай, ё. На всякий случай. Ох, я залутался. Мне это интересно. Только вот жалко то, что здесь фонариков нет совсем. Ну, рил от слова совсем. Конечно, чел. Ты понимаешь то, что ты можешь сейчас просто взять и встретить холоста. Вот сейчас он уже 100% погиб. А где сейчас 99-1? Больше шанс. И ты оказался этим 1%.
понятно, здесь так в этой игре еще в пол надо смотреть. А ну хотя тут аж не скрич. Вот. Это, как говорят, тут аж не скрич. Это их скрич. Можно как можно сказать, скрич на их языке. Можно сказать, это скрич на их языке. Ну сейчас там где-то 40 на 60. 60% то, что он жив. Ох, как так ты жив до сих пор. Только вот сейчас у меня такое чувство, то что... А, все, теперь чувств нет. Потому что, когда не следим за таймерами, в любую секунду пойдет хейст. И нам будет полная И мы откинемся на пол просто. Думаю, не каждый же захочет сделать это. А это означает откинуться. Получится ли у меня этого говняшка? Ох, чел жив. И как ни странно, даже... И как назло, я упал в вакуум. Я бы сейчас сразу же возродился с радостью. И возродился. К тому же, это минус 24. И я буду наблюдать сейчас за ним. Может быть, он даже пройдет. И мне очень интересно. Может он дойдет до конца игры? Ну так-то я просто погиб из-за гадкого вакуума. Прячься. Чел, прячься. Все, вот, давай вылезай и беги, и просто беги, на, просто беги нафиг, чел, подальше отсюда. Может быть, я сейчас вернусь. Кстати, я знаю то, что если чел пойдет, то мне тоже дадут бейдж. Я знаю то, что в начале, когда этот ивент появился, если вот играть с кем-то, если напарник смог пройти игру, а даже если вы сдохли, то все равно вам дадут бейдж за прохождение. И, чел, надеюсь, ты пройдешь. И может быть, Рил, мне тоже дадут бейдж. К тому же, потом мы сможем оба переместиться в простой Doors и поиграть. И мне очень интересно. Ты понимаешь, сколько у тебя времени? У тебя меньше минуты осталось. Чел, ты просто понимаешь? Горе. Ой. Сначала лучше спрячься. Вот уже хейст летит. Он хейст, а это блиц. Все, вылезай. И вся надежда на него. То, что он может... Потому что, честно, я знаю, если он пройдет, то... Я тоже получу бейдж. И к тому же мы оба сможем переместиться в норм Дорс. В нормал Дорсик. А мне нужно получить бейдж. И переместиться с ним в нормал Дорсик и поиграть. К тому же такое чувство необычное. Да ты куда? Ох, ты смотришь.
Мне главное спокойно нажать кнопку выйти в лобби. Ну да, садок. Еще раз я повторяю, то что если ты вроде бы там в начале ивента, я знаю, было то, что если вы сдохли даже, а напарник прошел, то все, вам тоже дадут тоже ачивку к ему. Может быть, Рил. Ну, короче, здесь он сейчас, вот просто сейчас все надежда на тебя, чел. То он сейчас он здесь придет, и мне тоже дадут ачивку, и мы переместимся в Норм Дорс. И это не шутка. И это уже почти что конец. Минус 0.3. Нажимаем мобильник. Желтый имба. 0.1. Yes. И в итоге нажми на просто. И иди дальше. Чел, газуй, давай. Имбамен. Ты имбамен. Будь в кайфе. И пройди. Ты что ты делаешь? Ты захотел проиграть сейчас на последней двери? Ну чел, меня это немножко пугает, когда ты бегаешь. Может, да, ты слишком рад тому, то, что прошел. Но все равно. Не надо ли тебе случайно пойти просто в Дорс? В Норм Дорс. Если сейчас кончится время с таймера, то все. Не выиграешь, но ты не я. Ура, нажми. Просто пробеги дальше. Есть. И давай. Какой кайф. Это уже солнце. И сейчас мне должны тоже дать бейдж, когда мы переместимся. Все. Мы переместились в Норм Дорс. И сейчас мы выйдем из лифта. Ему и мне должны дать бейдж за прохождение этого режима. Ну как-никак. Давай, загружайся, давай. Ох, какая жесткая анимация. Yes. Other way around. Other way around. Эх. Да блин, у тебя нет лишней бутылки простой. Ну блин, можешь мне хоть одну дать из таких бутылок? Ничего, просто, мне кажется, насрать на все. Чел, жесть, ты безбашенный. В прямом смысле, жесть, ты безбашенный, бро. Я не верю, как можно быть таким жестким. Ну, в итоге мне тоже дали отписку. Там вот этот вейтераунд. Только не говорите. Только не говорите. Все, ты погиб, чел. Рил? У него же еще бутылы были.
Ну что так тихо? Плохо. 14, значит, будет 15. Понятно. Будет 15. 16. Может, будет... Ну, всё, короче. Я сейчас буду проходить дальше, дворец проходить и кайфовать. Ну, конечно, жалко то, что челик погиб. Но все равно я молодец то, что я в прямом смысле молодец то, что его отследил. Тогда бы я не получил гейдж. Ну, конечно, я понимаю то, что это я не прошел дворец, но все равно мы с челиком прошли бэкдор. И мне интересно, получится ли у меня сейчас пройти дворец. У меня, к тому же, есть одно возрождение. Одно возрождение. А тут не шутят с одним возрождением. Пусть хоть одно есть. Пусть оно и одно только. Но все равно оно есть. Оно у меня есть. Оно прям в кармане у меня. Это одно возрождение. И я сейчас... сделаю. Но все-таки я уже даже не понимаю, где этот ключ искать. Но все-таки, когда я один, мне с одной стороны сейчас поспокойнее то, что сейчас не может быть такого, то, что вот есть один шкаф в комнате, его кто-то занял. Но все равно очко сжимается от страха. 18. 19. Жесть, я сейчас только нафармила. Ну понятно, от зажиги тоже тырится свет. Когда я 20. Ну, понятно, нам из этой комнаты ничего хорошего не выпадает. Ну, хотя бы не в подвале. И сейчас я попытаюсь, кстати, пройти, я подумал, The Rooms. Я хочу сейчас пройти в Rooms. Но только мне нужна одна отмычка. А где ее достать, я не знаю. Сразу можно купить. А второй я хозяй где взять. А стоп, зачем мне зажигалку? Просто так зря тратить. Что за залагало? Значит, будет 23. Ну все-таки, к тому же у меня мало хп, конечно, это страшно очень так проходить с таким количеством хп маленьким. Хотя бы рубильник недалеко. И то хорошо. И тут Клокмен. Мне нужно две отмычки, как я помню. И
один ключ с черепом. Чтобы взять отмычку и ключ с черепом в магазине у Джеффа, нужно... Нужно 400 монет. Это я помню. Блин, дайте пластырь. И сразу же мне дали ключ в 32-ю дверь. Дверь 32А. И моя задача взрыв сможет быть хотя бы дойти там до 215 комнаты, не обязательно. Я готов, чтобы там получить еще один бенч. Потому что я знаю то, что за рунс я слышал облегчили. Может быть, у меня есть шанс еще. Ну, хотя 33-й год, там мало. Скорее вроде бы нет. 35 и 36. Ну блядь, сейчас побег от сука. Началась на Ливизере. Не знаю, как это называется. Морская болезнь, короче. Как конфета, помните, в Дорсе? Сейчас пизда. Сика близко. Все. Опа. У меня есть шанс. И теперь он просто огромный. Теперь этот шанс просто титановый. Мне выпал крест. Ну, хотя все знают, наверное, то, что мне нельзя давать крест в руки. Потому что синие котята крестами пользоваться не умеют. Мне нужно, ну вот просто, вот значит, задачу с тем, то, что я смогу уже получить много, я выполнил. Что я уже смогу получить нужные вещи. То, что я уже на эти деньги могу купить и отмычку. И ключ с черепом. Но мне нужно найти еще одну отмычку. Вот с этой отмычкой, думаю, будут у меня большие проблемы.
49. Но Кендалл сбежал. За что? Кендалл, я же к тебе плохо не относился. Зачем ты сбежал? Здесь написано ран. Ладно, ран набежать-то немножко вроде бы по-другому произносится. Там должно быть ю вообще-то, а не эй. Ну, короче, истек срок мой. Истек мой срок. Сейчас фигура, она вообще мне подчиняться должна, потому что у меня крест. Ну, хотя... Даже и вновь фигура убьет тебя. Бе-бе-бе. Мне насрать, потому что я возродился. И вновь фигура убила тебя. Бе-бе-бе. Ну, я скажу так. Мне в прямом смысле насрать на эту. Эту порнушку. Ну да, пусть у меня уже нет возрождения. Я уже смог получить две книги. А это очень хороший уже заработок. Ну да. Только сколько у меня две книги были таким хорошим и заработком. Хотя сколько у меня это... Книги вообще стали заработком. Ну даже если фигура застряла, то лечебный пендель для креста поможет ей. Он как мазь, которая лечит при боли в суставах. Уже 6 книг. Мне осталось всего 2 книги найти. Сейчас даже гляну, может, крест есть, круг есть, ромба нет, треугольник есть, и звездочки нет. Ромб есть. Что теперь ромб есть? У них хватает сраного треугольничка. Ну да, давай, иди отсюда. И то есть вы хотите сказать, что она застряла, все. То, что я теперь могу не беспокоиться. Да, я вам уже сказал, что у меня есть уже... крест, который лечит круче любой мази. Крест мне нужен. Ох. То есть крест 6, круг 8, ромб 4,
треугольник 6, да, 3. 6, 8, 4, 6, 3. Давай, беги ко мне, сучка. Вот тебе, падла, не боюсь. Давай, подойди ко мне. Он фигурит аут. Вы зафигурены. Ну давай, клади мне. Все нужное мне. Ну ладно, вот тебе типсы эти. Сейчас пополню. Ох, а это что такое? Ой, погоди. Ой, я свинку выпустил. Ты в норме. Все, я опять вернулся к вам. Что за это время изменилось? Все понятно, ничего. Дайте мне сейчас там какую-нибудь дверку, где я смогу найти отмычку вторую. Дайте мне вторую отмычку. Повторяю я вам еще раз. Дайте вторую отмычку. Ну, понятно. Мне отмычки нельзя. 55, значит, будет 56. Будет 56. Я знаю то, что 56. 56. Я сейчас на всякий случай сразу и не метка. Ну, может быть. Есть шанс, что мне сейчас выпадет отмычка, и я попаду в The Rooms. Может быть, шанса и нет. Хотя на этом, думаю, можно и заканчивать. Если я не смогу попасть в The Rooms, то я закончу видео прямо на этом же моменте. Я закончу видео. Ну ладно, не на этом моменте, где я сейчас сказал. Но все равно закончу видео. Если я не смогу найти вторую отмычку и попасть в Rooms.
Вот ты. Скрич. Мне это сейчас показалось, или на мгновенье стало светло? Где-то где-то говнюк. Всем пока.